Я буду действовать как преступник, попробую воздействовать на банкомат, например, взломать его. Еще несколько секунд, и импровизированный преступник будет вынужден отступить. В таких условиях вскрыть банкомат не получится. Вы там нормально себя чувствуете? Вы себя нормально чувствуете? Вполне, абсолютно. Дышать здесь легко, разговаривать тоже. Единственное, что я вообще потерял абсолютно возможность что-либо видеть. Туман, звуковой сигнал и вспышки света. На место преступления уже давно выехала бы полиция. Эта своеобразная сигнализация становится нормой для московских банков. Смысл этой системы, то, что она заполняет защищаемое помещение туманом буквально за считанные секунды. Секунд 15 человек перестает что-либо видеть в помещении, соответственно, перестает контролировать ситуацию. Преступники, как правило, покидают объект максимально быстро, не нанося ущерб.